чужою ж дочею на високом небосводі. Не увидишь ты алмазов, да и кто их видел, впрочем, при какой такой погоде. Счастье капризно, дай тревожно, а жизнь она и вовсе одна второй не будет. Рим с собою взять не можно, помаячь пока что возле, папа римский не осудит. Рим нисколько не в упадке, он щебечет и хлопочет. На расклад идут напитки, курс порядки биржевой. Люд заморский по руинам резво скачет, пальцем тычет во что хочет. Отчего бы в самом деле не скакать, пока живой? За 100 лир цена смешная, ты пломбир купи с изюмом и направься вновь декор с юных башен, смущая серую клеточку костюма. Ах, эти башни глазами серьезными своими моргают так прелестно. Мы умрем, человек бы с нами, а вот что случится с ними, совершенно неизвестно. На скамейке ренессансной в античного забора не забудь, что ехать скоро и бесед не проводи. Что там за архитектура, синьорина, что за флора там, синьор? Не твоя печаль, приятель, погулял, проходи. Свой черед коснется слуха, тот сигнал волторный строгой, что вязать велит пожитки, ни пера тебе, ни пуха, отдыхай не перед дорогой. Влажный рассвет тебя разбудит, портье ключами щелкнет, а дальше как придется. Жизнь одна, второй не будет, но пока волторно смолкнет, колокольчик распоется. Жизнь одна, второй не будет, но пока волторно смолкнет, колокольчик распоется. Специально написано для этого инструмента, мы не знаем. Я ко всем прочим своим недостаткам еще и очки принес. Но это есть необходимость в этом. Он не может играть на укулеле без очков. Он стал плохо виден. Евгений Николаевич, давайте исполним с вами венесуэльский вальс, который олицетворяет собой не только прекрасную музыку, но и иллюстрирует многообразие живых форм в природе. Thank you.
Быстрее бы ничего не получилось ни разу. Сегодня он в ударе. Сейчас вот, собственно, ради чего мы с вами собрались. Сейчас прозвучит произведение одно из центральных на нашем альбоме. И вообще в последние два года одно из центральных в нашем репертуаре. Оно принадлежит перу выдающемуся автора, поэта, тоже участника творческого объединения «Алконост», которому принадлежит Оля Нечаева, которому принадлежит Сережа Труханов. И это объединение, на мой взгляд, олицетворяет собой очень важный процесс, очень важное явление, так сказать, второе пришествие профессиональных литераторов в авторскую песню. Песенка, которую мы сейчас споем, она уже с нашей легкой руки, я горжусь этим, уже пошла по свету. Вот недавно мы были на гастролях в Санкт-Петербурге, а в зале сидели юные создания, которые пели все слова. Они уже знают наизусть ее. Я очень этому рада. Алексей Тиматков. Вот уж где холл не помешает точно. Между нами